Итак, сейчас я покажу вам новый железнодорожный вокзал Восточный, который находится около станции МЦК «Локомотив» и метро «Черкизовская». Мы только что вышли со станции МЦК «Локомотив», и здесь у нас проход на сам вокзал. Тут видим указатели с номерами путей. Давайте начнем с путей номер 3 и 4. Так, тут, похоже, лестница и эскалатор, которые ведут в одно и то же место. О, а вот отсюда я уже вижу скоростной поезд «Стриж» Москва-Нижний Новгород, а также кучу грузовых вагонов. Давайте спустимся. Здесь у нас высокая платформа, с которой отправляются обычные пассажирские поезда. Так, здесь у нас лифт наверх. Ну а мы идем дальше по платформе. Как мы видим, здесь до сих пор ведутся строительные работы. Ну а сейчас мы находимся на участке под крышей. Это указатели на выход на станцию метро и на станцию МЦК. А это табло с поездами дальнего следования. Здесь мы видим поезд номер 733, Москва-Нижний Новгород, отправлением 18:30. Но мы его не дождемся, поскольку он отправляется через 5 часов. Это, насколько я понимаю, поезд «Ласточка». Вот хоть и его название здесь не указано. Тепловоз 2М62 с грузовым составом. Эти поезда ходят по Московскому центральному кольцу. Это у нас схема метро вместе с МЦД. Вот здесь обозначен вокзал Восточный, на котором мы находимся. А это, кстати, схема вокзала. Вот здесь у нас МЦК «Локомотив». Синим цветом обозначены платформы вокзала «Восточный». Мы находимся вот на этой платформе. А вот это низкая платформа для скоростных поездов «Стриж». А здесь находится здание вокзала. Здесь обозначен переход на станцию метро «Черкизово». Маневровый тепловоз ЧМ-3. И вот знаете, что странно? Этот вокзал берет на себя 27 поездов с Курского вокзала. И тут всего 3 пути. По идее, вокзал должен быть перегружен. Но тут 5 часов ни одного поезда. А я, оказывается, еще в этой части платформы не был. Я слышал, что длина всей платформы 500 метров. Ну это дофига. Вот здесь те же самые указатели. Это электровоз ЭП-20 на стоянке. А за ним маневровый тепловоз ЧМ-3. Возможно, тот же самый, который проезжал мимо этой платформы. И сейчас он прицепился к грузовому составу.
прибывает ласточка из Нижнего Новгорода. Сейчас я покажу вам вторую нижнюю платформу со скоростным поездом «Стриж». Так, а поезд «Стриж», похоже, уже уехал. Я видел его с той стороны. Так, а здесь у нас здание вокзала. Здесь выход в город. Это у нас кафешка. Это камера хранения. Ну и, наконец, выход на платформу. Это у нас конец низкой платформы, вот под такой крышей. Короче, тут еще должна быть крупная надпись «Вокзал Черкизово», и вот здесь я ее что-то не вижу. А, она нахуй. Сейчас. А она находится вот здесь. Вот. И никто здесь ее не увидит. Что ж. Я надеюсь, что получился интересный обзор нового железнодорожного вокзала «Восточный» в Москве. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.